Приветствую всех, я на озере. Только вот что здесь поднялись. 4 утки. Я просто ломился с велосипедом, поэтому они меня услышали. Вон, втроем уже летают. Там было как минимум 3 пацана и 1 утка. Селезень очень красивый такой. Вот, сегодня я буду снимать на этом месте свой тентик. Тихо, вон они налетают. Недовольны, что я их разбудил. Они тут брачный период был. Я помешал их сказочному весеннему настроению. Так, ну что, кострище наше развалилось с прошлых разов. Немножечко потом будет к лету ближе подделать. Вот такое вот озеро сейчас. Красота вообще просто. Зеркало воды. Воды хватает. Но уже в Беларуси вводят запреты на посещение лесов. Так что все. Переходим к самому обзору моего тента и будем пробовать его устанавливать. Я ни разу тента не устанавливал. Тент у нас фирма Talberg. Вот. Ткань полиэстер. 1900 190Т на 755 тысяч миллиметров, 1,9 килограмма, 13 точек крепления, усиление для центральной стойки. То есть в принципе 4 на 6 метра, я думаю, мне одному как раз вполне достаточно, чтобы сделать из него и палаточку, и там какое-нибудь укрытие, то есть крышу. Я думаю, все что захочет, в принципе, насколько фантазии хватит. Давайте распакуем, посмотрим, что он себе представляет. Значит, такой вот чехол. Он почти 2 килограмма весит. Ну, может быть, не знаю, я не взвешивал. Как бы так написано было. Все это было заказано в Валберис. То есть мы нашли с другом, Юрием Петровичем, самый дешевый такой вариант. Ну, вот. Да, я немножко его скрывал уже один раз дома, пробовал. Да, вот он такого вот плана. Вот у него вот такие вот точки крепления. Да, то есть, видите, не знаю, может их надо будет перепрошивать, не надо будет. Как бы по идее думаю, что не должны это рваться. Я ж сегодня ветерок есть небольшой, но и день такой жарковатый немножко. Поэтому не думаю, чтобы слишком его рвать. Ткань немного шумящая, но я же не на охоте, правильно? Я просто на отдыхе, поэтому мне там туда сильно не будет. Хотелось, конечно, дождика, но обещали, что не дождик, тучки. Тучки уже потихонечку приходят, поэтому будем смотреть, может быть, под дождь попадем. В чехле также были еще. В комплекте входило у нас колышки, вот они завязаны. Самые простецкие, не знаю, все, кто прошлое видео обзор стульев смотрел, Юрий купил специально для тентов, колышки такие, скручивающиеся в землю, ну, может быть, они лучше. Я пока попробую эти, что есть в комплекте. Так, тут даже есть инструкция по эксплуатации. Стяжечка, конечно, стяжки, честно, напоминают шнурки. Такая скользящая ткань, все это полиэтилен. Я, похоже, что-то купил в магазине у нас в Беларуси, называется Кольцуны. Это не реклама, вообще не реклама тента, я купил, потому что я долго сам тент выбирал. Прошлые разы, когда мы ходили на природу, хотелось отдохнуть, а тут дождь идет, ты под столом под этим прячешься, то есть как-то неудобно было, то есть рыбу жарили, под столом сидели, поэтому хотелось бы, конечно, все-таки крышу какую-то. Вот ветерок поднимается, вот и что-нибудь надует. Запад облака, кстати, идут. Ветер южный, поэтому может они будут. Так, ну вот такие вот фалкопроновые называется. Взял 2 штуки, думал один разрезать, на такие вот стяжечки тоже делать. Ну, посмотрим. Сейчас, после этого небольшого такого предисловия, начнем устанавливать. Я сейчас буду думать, какой системой я хотел. Я давно хотел установить между деревьями веревки просто по периметру, да, и попробовать просто закинуть тент и все, по центру палку и внизу закрепить. О, ветки падают. Итак, привяжем капроновый фал к дереву. Сейчас немножечко я его запутался тут. Привяжу концы немножечко пониже, чтобы у нас будет
центр нам будет намного выше. Так. Ну вот так вот выглядит мой каркасик для моего тента, то есть примерно там 4 метра где-то в ширину должно быть. Если что, завяжу к деревьям там на маленькие эти привязочки, как они там называются, господи, стяжки. Вот. Юрий Петрович меня не верит, поэтому сейчас буду показывать, как я думаю делать все-таки крышу здесь, чтобы можно было посидеть спокойно в дождливую погоду отдохнуть. Как раз приходят облака, так что я думаю, скоро нам будет уже интересно, отдых под крышей и чаек, там подогреем тушеночку на костре. Зачем хорош стакан? У него есть стакан внутри. Вот он. Уплотненный. Сюда можно ставить дерево. Вот как центр. Закрепил все углы полностью. Единственное, что вот спереди вот здесь вот оно поднимает ветром немножечко, которое закидывает. Но сейчас надо будет отрезать центральную реечку, найти палочку где-нибудь и подпереть наш тент в стакане, чтобы вот он нормально мог нам сделать шатер. И посмотрим, как тут все это работает, как я установил. Так что идем за материалами. Для Юрия Петровича лично я все немножечко закруглил, то есть видишь, концов нигде острых нету. Сейчас попробуем запихнуть в стакан. И мы с вами увидим, как у меня будет шатер, наконец-то. В среднем где-то ставил я это все около часу, может чуть больше, чуть
меньше. То есть вот так вот выглядит моя хата. В принципе, вот здесь немного, конечно, я все-таки надо было привязочками пользоваться, но не важно. То есть вот такой вот шатер. Сейчас подправить кое-где сам тентик. И все. И тент готов, стоит, не падает. Можно, конечно, подпилить немножечко вот эту часть ровнее более, чтобы оно уже стояло более крепко. Я думаю, ветер не собьет. Ну, посмотрим, как это выглядит с стороны. Вот так вот я сделал тент. Все, сейчас будем отдыхать, наслаждаться природой.
Итак, я хорошо провел день. Ко мне приехали гости, вон там просвечивается сквозь стенд. Догадайтесь, кто там? Кто там приехал на этой веломашине? Электровеломашине? Это у нас Юрий Петрович. Сидит, отдыхает, да. У нас, видите, вон там алкоголь в красной бутылке. Ну вот, да. Как алкоголь называется? Черный злато. Да, Кока-Кола. Ну, это не реклама, это просто. Значит так, все. Я провел целый день под тентом. Почти целый день. Вот, сейчас буду собираться домой, поэтому... В принципе, что хочу про него сказать. Вещь прикольная. Ну, я попробовал впервые в жизни, как это все устанавливать, поэтому... Ветра дули, пытались дуть, все удержалось. Получился такой небольшой шатер, но единственный минус, что я тут плохо закрепил вот эту веревочку, и поэтому она немножечко скатилась и ерзала. То есть надо просто зажимать более где-то, растягивать более лучше, чтобы не было таких вот тертостей об веревки. Ну, в следующий раз попробую наоборот. То есть в длину положить, наоборот, чтобы 6 метров вот так вот были. В сторону воды и сюда, то есть растягивались. Как раз она по 4 метра получается так. Изначально так думал, но потом что-то в последний миг передумал. Вот так вылит внутри мой шатер при закате. Вот. Юрий Петрович тоже понравилось, но только единственное, что дождя сегодня не было, поэтому мы тут уже ждал я его. Сидим просто, мороженое покушали, тут всего сладости наелись. Буду сейчас его складывать обратно. Всем спасибо за внимание, что уделили внимание моему видео. Вот. Вот такой напоследок вам красивый закатик. Вместе с природой. В принципе, последние кадры уходящего солнца. День подходит к своему завершению. Хочу сказать на сегодня, что это 25 апреля. Как раз Радуница у нас в Беларуси. Или как в России, Красногорка называется. Поэтому все. На этом видео завершаю. Всем спасибо и до следующих обзоров. Они ее сейчас присанут. Лосиха, ребятушки. В конце лосиха. Поехали, подкрадемся. Не-не, она убежит, она убежит. Так что, зато увидим. Вон она пошла в лес. Сейчас надо быстренько... Вон, впереди. Через дорогу переходит лосиха. Смотрите внимательно. Между нами 120 метров. Вон идет лосиха. Красавица. Очень долго ее там уваживали. Вон, все увидела, Юрка убегает. Убегает красавица. Только что были... На озере там охотники пришли, походу утку одну убили, которых я утром снимал. Серезня. Все. Там мы домой возвращаемся, уже поздно. Да, все убежало. Ну вот, все. Едем с Юрием домой, так что такое видео после обзора.